Что за Алисты. ромбик и кружок? Кто ставил эту метку? Я. Зачем? Это на второй фазе, наверное, выносить или тут по-другому? Ага, под босса, что ли? Шар оставил. Давайте РДД фласки возьмите у печеньки. А дикая магия есть? Сейчас я возьму, все, подождите. Подождите. Алис, ты танчишь босс или я? Я. Ты хочешь? Да подождите, да? Говорю же, не кидайте трейд пока. Шреддер, начальнику, ну вы тупые. Шреддер, а ну съебал отсюда, ты вообще не кастер. Шейпер, блядь. Да, шейпер, ну тоже. Эти метки только вас путать будут, нахуй. Я уже убедился в обычном, что вам обмен. Похуй на метки, вы все равно тупите, на. Кулаки надо, чтобы Шреддер раздал. По бафам, что-то еще надо, по... Кресты, сомалийские каски. Шансон, приходы надо? Давай, дикой. Галя, чего не хватает? Фласки берем. Дальше. Что тебе? Дико, это угадаюсь сам. Мало. В общем, я там как помню за этого демона. В общем, ротация такая. Начинается бой, ты обновляешь на нем вот эти две доты. Порча и этот огненная хреновина, не помню, как называется. Жертвенный огонь. Как только прок из залупа, вот это талантик, испепеление бьет быстрее и сильнее. Делаешь три коста, призывается три бесенка. Три бесенка призвалась, нажимаешь на демоническую форму. Она как раз под 4-4 дольше длится. И вот так весь бой. Когда остается 35% у босса, чисто шпаришь ожогом. Шреддер, у меня только РДД фласки. Тебе надо на АП, никто не... Ты не выдавал АПшни? Я нет. Давай обмен, Шреддер. Мне даже не успел взять, забегай. Шреддер. Если вам нужны приподы, то пишите. Блядь, ты ж получал фласки. Чё ты не написал за приподы сразу? Еще кому что-то нужно, давайте печеньки обмен быстрее. Писать надо для того... Я раздавал фласки всем, кто давал обмен. Шреддер, я припомню. На армор нет у меня шейп. Да, мили тоже есть. Чопс, у тебя есть он холист? Припоты на хосту. Че он зашел? Сейчас я перебьюсь, поставлю огурцы нормальные. Раздала КТН, да? Алиса, да. Пиздуй делать БДК. Нет. Тыкните на огурце.
Кому-то надо еще, нет? Начальнику сдай стол. Кому-то нужны еще припоты, хаспоты. Обмен печеньки. Ап, не ап. Что тебе, Чопс, если что-то давал? А где шейп там есть на армс припод, да? ГБ есть. Поставьте ГБ тут. Бычьи головы. Все тут. Пьем фласки. Пуляем. Пан здесь не тут. Пан офф. Зашел, зашел, зашел. А что тут, если на тебе освобожденка? Масса домах вокруг. Она бьет по рейду, а не только по тебе. То есть не стакать больше не стакать на первой фазе, на второй стадии желательно вообще не стакать. Если ты убегаешь подальше с рейда и взрываешь. А глыбы так же выносить, да? Так же, только один центр идет для танка. Я выношу центр возле кружка. А шо вы? Отзвучьте, я в группе. За спинами. Не успел. Крошка зум. Центр, чуть правее. По правой стопните там. Слева, близко. Стопы глыбам нахуй. 50 тысяч глыбы, вы чё ебанулись, а в одной, блять, вообще фуловые хп. Центр. И как бьёте на? Ровно центр. Разбили. Мосса, БР по Казуму. У вас почти танк умер, глыб, здрав. Трепещите, смертные, ибо ваша шалкая мания теперь бессильна. Молодец. Выбежали вперед. Просто вот шейпер задум маленький, это Ультрашам Шреддер. Ультрашам не туда, надо стоп. Забежали за глыбы быстро. Мало. Танк умер. Так уже сказали же ложиться. Вышли под снаряд. Пока что по 200. Так. Ну, это за два слота. Лис.
Продолжаем в том же духе, и вы спуститесь по приору до нуля. Следующий смерти двойной ЕГП. Тех же самых человек. Короче, смотрите, если на мне освобожденка несколько стаков, и сразу убегаю в сторону, есть еще какие-то нюансы, как ну, на этой... Есть, этой... вообще не стакать, выбегать никуда не нужно. Просто стоять, короче, да? Ну, понял. По факту я и так 2-3 урона наношу, в смысле, только стаки набираю. Все, понял. Не вижу никакого лиса бага. Остальные не умерли, сдохли бы. Нет доказательств, нет снимания ГП. Потом видео на Вайда посмотришь, если доказательства будут, тогда сниму. Рыбу жрем. Я сейчас ничего разбираться не буду. Что по СС нам вешать, нет? Так. Зидум СС на Мосу. Казум СС на Эвинар. Еще 2 трайда и начинаю менять людей. Ой, ну за чего не хватает? Еще раз просто вам скажу. Не надо, как дегенераты ебаные, сука, бежать вот сюда, к стенке, блядь. Когда, сука, метки, нахуй, вы тут максимум выбегаете. Вот сюда, блядь. Чтобы не было такого случая, как сейчас. Вижу кого-то наверху ГПНа. Никто не успеет забежать за глыбу. Так, пуляем. Мастеру сальву дайте. Молса, вот шейпер, бычий голова, шреддер, Миша прок на зум. Одну танку поставьте. Побежали слева близко. Хорош. Там же. Там же. Хорош. Слева, чем как? Она там же. Ну как и я. Вроде слева. Слева отдалеко. Это даже смешно. Разбиваем. Задумал, когда вторая была, она не в том же месте, она чуть правее была.
один. Ой, ну зад, я их скидываю, когда я в тучке. Так ты хлопаешь по рейду. Я стоял в стороне. Я стоял слева. Там 30 метров, там не станешь в сторону. Окей. Господи. Молодец. Кто это заморозил? Маленький. Слева, слева близко. В середине почти. Справа. Помогли убить левые глыбы, алё, блядь. А назад, ты говоришь, притяжка могла быть. Я слежу с ПДБМ, а когда будет притяжка? Давайте вы потом это обсудите, окей? Мастер, после трая поменяй, пожалуйста, мне. Ставлю для танка метку. Проносить. Быстрее. Еще два. Два раза. Нет, нет, траем. Я сейчас посмотрю, кто ГП хочет просто утонуть. Левее в центре. Давайте. Ребят, ничего же там фуловая глыба стоит слева. Фуловая. Ложимся. Сейчас ГП начисляю. Мне тупо сейчас весь бой стоял и скринила, как глыбу падаю. Че скринить? Вот живет, вот пишет. Никого я назначать ни на что не буду, нахуй. Не умеете, нахуй, нормально ориентироваться и играть на своем классе, блять, можете ливать. Беги, малышка, беги! Удел смертных! Так, крутим вверх, крутим вверх, крутим вверх, крутим вверх. Классно. Так. Забыл. Да, так, шансу. Электрошам, Зоя. Мастер, смотри. Я стоял вот здесь на ступеньках, где я бегаю, да? Допустим. Упала глыба, заморозились. Она была вот здесь. Я к ней не успел добежать. Я не знаю, кому ты что показывал. А, красава. Я сейчас приду, потом покажешь. Так, и электрошам. Два раза. Да? О, спорили, босс. Бля!
кто посмел. Кто спулил, кто видел? Возможно, я. Кто будет это стукачить, мы там темную сделаем, так что смотрите мне, ребята. Что, продолжаем дальше нормально играть или дальше ГП лутаем? Мне замену дай, пожалуйста. Какая замена, а в чем проблема? Я, ну, типа, зачарьте себе, блядь, Глокара все на ступни. Если у вас нет Глокара и Синджа, нажимайте Жу, если вы видите, что не успели. Это жесть какая-то. Ну, хорошо, Инжу, например, да, не успели, прожали на притяжке. Вот как у меня было только что с глыбой. Если я стоял далеко не сверху, я не успел то подобежать к глыбе. Меня шотнул сверху, что прилетело. Все. Не знаю, почему остальные успевают добегать, ты не успеваешь. Хорошо, все, мастер, окей. Меняй меня просто, дай все. Я тебе пытался показать, там тебя не было. Давай сейчас покажу. Я уже тут. Сумал чулан. Шкаф. Ну ладно, завел на замену пока. Что, тыкните на шкаф, блядь, что нахуй, все заняты. Вот. Стримайся, я стоял, вот здесь. Видишь, где я прыгаю? Череп. Давай, Синста, уже вали, чулан сейчас не войдет. Давай я сам разберусь, я с Реллом сейчас разговариваю. Глыба была вот здесь, вот на углу. Сейчас пулишь босса, блядь. Сейчас пулишь, блядь. Я вот сюда вот добежал, и меня шотнуло. Ну, а ничего, что глыба начала падала с другой стороны, надо забегать с той стороны, где падает глыба. Глыба упала. Нет, он просто не успел. Глыба упала вот здесь. Глыба упала вот здесь. Я не успел туда. Глыбу ставят очень низко, надо ближе к лестнице ставить. И поэтому стрела прилетает за глыбу. Все хорошо, и назад, и рейндж 30, и не надо... Короче, окей, спасибо. Удачного. Смотрите еще раз, чувак. Призыв начат, ждите ответа. Свои оскорбления потом оставите. Сейчас могу оскорблять только я. Нормально. Тайминги сбиты, ничего мне не дают на глыбу, блядь. Так, первые замены пошли. Готовимся, сейчас будут следующие замены после этого трая. Чулану фулл ребаф. Император, ты в элеме, на тебе стаки вешаются, да? Спекайся в шестого хила. Алиса, очень слышно, как ты что-то клацаешь и кушаешь, если не ошибаюсь. Ладно, я, то есть... допустим, я кушаю. Ты просто... Поставь на клавишу, да. Все слышат, когда там болтаешь по миске.
Приятного аппетита. Окей, ладно, допустим. Ладно, я сейчас по эсэсам ничего не поменялось. Казум вешает так, как вешал, задум вешает так, как вешал. В бою повешь, пока КД. Алиса, ждем только тебя. Все тут пуляем. Алло. Здорово. Алло. Здорово. Здорово. Я, короче, прилег на пять минут и уснул. Уснул? Скоро в рейд. Там что, у вас фул? Нужен я, нет? Да, нужен сейчас будет. Мастер пессимист. На пробе крыни, сука, это освобожденка ебучая. Я синдру лок, он хорошо ахликал, иди. По мастеру, сами. Метку ставлю там. Ладно, ставь. Слева еще спот свободен. Озвучивайте. Центр. Слева далеко. Слева. Слева в том же месте. Дум, остановись. Блять, справа не вижу, где именно. Чекайте сами, если вы не сдох. Разбили метку. Удушение идет. Идет удушение. Папану сальву дайте. Император Шеннел Рейо и назад, пан Шансунг Краздавака. Пан! В центре. Центр близко, блядь. Быстрее забежали. Центр далеко. Слева далеко. Посередине. Разбили. Бум.
ставлю танку. А, там кто-то побежал, понял. Пил ед мне. Император, блядь. Последнее. Я встану. В центре. Далеко, в центре далеко. Слева. Ну, далековато. Центр. Центр, Дун, центр, левее. Разбили. Готовимся, разбили. Бафф императору, дайте ману залить. Готовимся, вторая фаза. Первая метка идет в ромбик. Стаки не стакаем. Вторая фаза. Электрошам влево. Уже готовимся скидывать стаки. Зашли РДшники за мет. Скинулись. Медленнее ДПС, милики, блядь. Алиса, уходи. Ушли с... Центра отойдите, с центра отойдите, малики. Заходите, скидывайте. Не вью будет так сразу. Нет. Стойте, стойте, не разбейте глыбу. Пошла. Гера пошла. Чулан БРЛ Крышаму. Шредер налево. Меньше ДПС, типа глыби, нахуй. Дайте стаки скинуть. Алиса, центр. Кастель, отойди чуток назад. Годится, заходим. Вью будете сразу глубже. Стопните по глубина. Стоп. Все. Можно добивать. Вой назад. Лево, вой назад. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. После этой должна быть притяжка. Вой центр. Сейчас должна быть притяжка. Отдайте эти самые кдшки свои, пожалуйста. Им на хп шансон. Малик налево. Меньше ДПС в глыбу. Разбиваем. С центра ушли. Прохил меня. Гимны дайте кто-нибудь. Ближе к глыбе. Гимна хп обычай головы. А, не, уже. Нельзя. Ближе к это, глыбе, там колодец. Ой, назад, гимна хп. Малекит налево. Стопнули по глыбе. Рейд-центр. Сейчас должна быть притяжка. Просильте, пожалуйста, чтобы я не сдох. Колодец в глыбе. Не разбиваем глыбу. Следующую глыбу выносим в сторону фулл босса в ДПС. Алиса прожимайся, скинул стоп. Освобожденка, не бейте. Закончится. Не бейте, нахуй. А если бьете так, чтобы не взорвать ее, нахуй. Хотелись. Больше ДПС. Шел к одному. Я фигачу до конца. Да где он? Та же ГП, за этот трой. Где клык, сука?
Гребаная Ребят, молекула. Я вас прошу, не говорите Алиса, у меня выскакивают браузеры, все окна сворачиваются, это может чревато кончиться. Алиса? Алиса? Заткнитесь, сука. Что там Алиса? Кто сказал Алиса? Сказал Алиса, а я не понял, что за Алиса. При чем здесь Алиса? Ну у меня Алиса, браузер, короче, идите почете, бля. Валькиры резнулись. Ждем всех и убьем их. Что, убили Синдру? Да. Убили. Никому не надо. Мало. Кольцо. Давайте убьем валькир. Куда пошли? Маленький. Твою мать. Никому не надо. Мы убиваем, блядь, или проходим? Рожайте шустрее. Если Валик, убивайте. Если бесплатно, то можно забрать. За бесплатно не отдам 10%. А, тогда не надо. Агрите только инчант. По одной. Он чего он ролит? Отводи ее в сторонку, потому что сейчас вторая прилетит. Отойду на пару минут. Ясно. Вы чего, аплодисменты. Электрошам раздавака, раздавака выше. Дай мне лутера. Ну там спорили босса, я тебе лутера не могу дать. А, это вайп. Это пиздец. Это спасибо, кто там. Падайте нахуй там, быстрее. Бычи. Да, бычьи головы, аплодисменты ему всем рейдам. Да там уж был человек 3, наверное, не я, так другой. Смотрю, бежит народ, я за ним бегу. Смотрите, отведите ебаных валик, блять, к трону, ко входу на трон. Шепер, стой, жди там, надейся, что не дисконет. У меня для вас хуёвые новости, потому что они побежали сквозь текстуры, в принципе, по всей цитаде. Ну, заебись, мы тут сейчас сдохнем, да? Тогда шейперы заберёт осколок. Потому что мы даже протянуться не можем. Лошара, шейпер. Да не, всё нормально, комбата нет. Последним таргетом бомжей этих был Кастель. Кастель, вот ты там беги куда-нибудь. Вы с ней заходите, кто встал с тела. Вот встал вопрос, нахуй я снимала, блядь, тогда, если все нормально было. Все нормально, заходите, это говно летает. Все с огром. Не очень хорошо было. Бросилось огром. Нормально было все. Нет, нам сальву приходилось варам кидать. Они прям... Как тебе сказать, если бы не приходилось топать, то бы, возможно, бы, блядь, не сорвать. Объясните эту тактику, что-то там порча не выносится, да, я так понял? Порча выносится. Где ты, блядь? Я слышал, что порча, блядь, не выносится. Ладно, говори, ну рассказывай, как оно, чё. Или потом. Перед боссом. На босс придём, тогда я расскажу. А как же я... Классно, я отмену, царь в рейд. Да ладно, не, если там это... Заходи давай, не ебётно. Здесь уже вот я плюс на лича хочу, правда мне с него кроме коня нихуя не надо, но я хочу все равно. А может быть мне в хиле? Нет. Блед. Император Велема, в 5 хилов идем. А у нас анхолик есть в рейде? Рыбу жрём, нет анхолик. Раз, два, три, четыре. 4 шп и нет анхолика, заебись. Нет, что, анхолика делать? Конечно, делай. Рукожоп инкорпорейт, это не вопрос.
Ребята, вы когда оденетесь в бис, я могу поспорить, что вы, блядь, хуже, блядь, царя будете в рейды ходить, на. Так что лучше молчите. В смысле, а я что, хуёво в рейды хожу, что ли? Я не понял. Царь вообще, по-моему, тебя сейчас все ходят. Шкаф поставили, целора, посуманили. Турбо ещё на Кате. Я вам рыбу тут поставил, но мы не тут бьём, если чё, боссами. У меня практически 100% посещаемость в онлайне. Челан, ты в Дискорде? Поняли, раздавать и не давать Т5. Да, Энхем Т5 не дамажит. На Энхем Т5 не надо. Кто... Если один Энхем Т5, будьте бомжами. Нет, просто им Т5 дает столько же ДПС, сколько 2Т4, 2Т10. Он им не хуже, но и не лучше. О, я пошел билд менять к 100, присвоить. Челан Дисон? Так что для этого левела могут это 5 надеть. Кто тут не был вообще ни разу со тех, кто, блядь, вообще начальникус? Первая фаза. Двигаешься за РДДшниками, когда лужа под РДДшниками. Вторая фаза, блядь. Почти все то же самое, только вальки, блядь, надо сливать до 50%. Третья фаза. Все комната общая. Бегаем за меткой, которая будет. У вас 4, у вас 5 хилов. Никаких дамажек, блядь. Сейчас потраем, посмотрю, возможно, я на холле палок зайду. Ты подамажишь. А может, не хру в холле писта? Нет. Блядь. Чуму выносим на танка. Сомалийский знает, где танчик. Алиса, начальнику... будешь тупить за каждый слаг ГП. Я тебя предупреждаю. Так, арчу на пол. Не-не-не, я пил с меня. Мне смолочь придется. Я за фаской. Мистер Мастер, суманите меня, пожалуйста. Шкаф есть, почему людей не сумонят? Тыкните на человека, который сумонит уже. И вот еще этот начальник скидай на меня, на царя обезьян МК. Не слушай его, он враг. Ебало на ноль, на меня МК, короче, кидаешь, братан. И все будет. Ох ты, сука, сейчас будет орать глюками, нахуй. Да изи, давай. Царь. Чё? Нахуй. Вот и все. Молодец. А вы шо, орда? Куда вы убежали? Ой, бля. О, короче, смотри, этот таргет царь обезьян кинуть МК. И у тебя все будет в твоей жизни настолько охуенно, что ты вообще забудешь обо всем на свете. Алиса, да на ему МК не так просительно, как мне, понимаешь? По фласке, блин. О, молодец. Так профитно, когда Элем критует, у него урон следующего каста увеличен, грубо говоря, за счет крита примерно, в общем, на 20, а то и на 23%. Это не профитно. Ага. А у меня урон на этот от крита на 100% увеличен, и чё? Мастер. А я скажу вот так вот? Или вот так? Ты сказала, ты поняла, как танчить, да? Я это... Ой, тут ты, блин, ты не понял, царь. Но ведь вот тут. Там сила крита у вас одинаковая.
Но в талантах, если Элем кританет, у него в талантах появится шпор. Пан раздавака маликет, споры нахуй свои прекратили, МК на царя. Вот так вот, люблю тебя. Это-то рыба, где я не покушал. Че, рыбы не будет, да? Саджу, нет. Ни... Сейчас никакие Элем и лавы не бьют вообще. Ой, Зидум, спасибо, братан. Да. Молния и земной шок. И это если Т5 земной шок. А если 2Т4, 2Т10, то просто молния. И вообще как больше стоит ничего. Где? Я не вижу. А, вон все увидел. Я просто, наверное, слепой. Потому что кое-какая тварь на нее села своей грязной жопой. Он думал, я не тыкну, да? А, лошара. Арчи на пол. Так, чего тебе не хватает? А, мне приста бафа не хватает. Елему нужно постоянно критовать, чтобы постоянно следующий каст был сильнее на 20%. На 20-30% с расчетом на крит. У меня каждый критический урон на 100% больше от сета. Ты понимаешь это? Какие 26%? О чем ты говоришь? Господи. Сейчас, блядь, вам лич покажет 25%. Поебал. Ты царь играл Элемом? Бычьи головы, офнись, царь, офнись. Не по теме, сейчас не базарь. Будете все, блядь, скилловые, нахуй, которые убиваете сейчас с первого трайда, да можете базарить, что хотите, нахуй. С этими спорами у нас тут тренинг не успел. Алиса криво встал. Готовимся, сейчас ловушка будет. РДД. Проводи, Алис. Большой выход. Готовимся, скоро чума. Электрошам вынес. Милики. Милики. РДДшки, не застаете, сместитесь, блядь. Сомалинский, блядь, сместись РДДшком до места. Вообще жопу. Бычий голову РДД, чулан вынес. Чулан. Молодец. Шаркарь. Милики. Где? Казум. ДД. Милика. Царь. Больше ДПСа в лича, блядь, я на него уеду. Милики. Проводи правее, блядь. Шаркарей проведи на. А не застанены, ма. Пошел в рейд, шаркарь, блядь. Нихуя. Ушли на край.
Миша, твой второй дух. На императора и дух. На пулу отдаем на Алис. За спиной духа. За спиной духа. Ровно за спиной. На чум. Оранжона бери. Только не сбил. Давай-ка хорош. Следующий дух. С лучом уйдите на. Перед лицом духа не стоим. Третий дух, готовимся выходить на фазу. Готовимся водить. Под босса добиваем духа. Все под лечо. Все в квадрат. Готовимся в альфе. Что там по осквернению? Готовимся. 5 секунд. Разбежали. Треугольник. Включал центр. Стали все в звезду. Оскорбление. Алиса. По валькам. Ромбик устан. ПДД в кружок все, выиграй. Давай, дай стан его. Кружок РДД. Оскорнение. Найс, ребят. Миша Про. Готовимся в альфе. Звезду ставим. Готовимся осквернение, разошли. Я пока не могу использовать эту способность. По трусам играем. Причем меня лагает очень сильно, смотри. Блять, что, волна не будем? Стали в звезду. Оскорнение. Миша Про. Или сейчас валька. Быстрее по вальку. Чулан, поводишь комнату. Чулан мертв. Чулан собрали чулана. Ушли. На центр лечь. Ушли из лужи, блядь. По ромбику играем, блин. Ромбик, трусы быстрее залезть. Трусы лучше бейте, там на самом краю царя нет. Все в трусы свичнитесь. Стан по трусу. Оскорнение. Оставили ромбик раз. На Алисе.
башку стан там или что, блядь. Слышу, что Алиса сказал. Стали звезду. Ромбик, не трогайте там лоб. Искоренение скоро? Искоренение. По кружку стан. Часы. Сколько там процентов? 47. Возможно, еще одни вальки будут. Искоренение. Я сначала вальки буду, потом искоренение. Ладно, уже понял. Император. Так, меня кружок. Кружок, встаньте. Маликета уносит, кружок. Почему я его в другую сторону унесло? Потому что он с корней выносил. Стан что-нибудь пока. Не, все, маликет не будет. Маликета бросаем. Оскорнение. Гим. На вот шейпера. Переводим лича. О. У нас да, заражение, пизда. Заражение. Ложимся. Как вы ложитесь, бейте, все нормально. Не все нормально. Ну, ладно. Половина лежит. Ну все, Маликета взяла, его не выбили, и мы сдох. Сколько было вали, кто считал? Сколько было валик? Возле 7 паков, правда? Походу мы не убьем с таким, блядь. Смотрим вниз самое. Говорить. Не, это комната поводишь. И лужер, да, я поозвучиваю. Тут сдохли по одной простой причине, потому что вальки, сука, полетели в разные стороны, на. Для чего вам говорится, что вы, сука, все стояли в звезде, нахуй? Просто так, блядь? А ничего, что вальки со скринением в одно время, и все разбегаются, блядь, в разные стороны. Ничего, что вы можете просто убежать вот сюда, блядь. Вот, сука, сюда, блядь. А потом вынести вот сюда, если вас валька не взяла, нахуй. А не убегать хуй знает куда, на. Да ладно, не ругайся, нормально все. Там всего хватает, Алисе надо водить лича. Она водит, но криво. Хуёво она водит.